Общее дело, сотрудничество и доверие для девятиклассника Димы Мамаева не только жизненный принцип, но и тема сочинения. Недавно теперь уже выпускник на 100 баллов сдал экзамен по русскому языку. Все благодаря внутреннему спокойствию и родным стенам второй школы, признается герой. Какая часть экзамена тебе показалась самой сложной? Наверное, это было все-таки сочинение, потому что оно занимает большую часть времени экзамена. Никогда не знаешь, какая тема тебе попадется, поэтому ты должен понимать, выбирать свою любимую тему, которую ты понимаешь и сможешь обосновать все ее принципы. Общее дело наш герой трактует в первую очередь как взаимопонимание. Какому человеку стоит довериться, как выстроить работу и достичь результата. Да еще и подкрепить аргументами. Вот только удача ни при чем. Всем соратникам по цеху Дмитрий советует как можно больше практиковаться и решать типовые задания. Наш герой с похожим успехом на отлично сдал математику. На оценку хорошо – физику. Точные науки, как и гуманитарные, определенно его конек. В совет могу сказать, чтобы больше самостоятельно занимались, разбирали больше вариантов не только на сайтах по типу «Решу ОГЭ», но и разных пробниках, тестовых учебниках, чтобы понимать, что не только будет легкие задания, но и задания, где нужно логически подумать. Сейчас у Димы, наконец, долгожданный отдых. Осталось лишь дождаться ответов за экзамен по любимому предмету – информатике. В будущем, после 11 класса, парень планирует поступить в технический вуз. Будем держать кулачки за нашего березняковского отличника. Екатерина Зибзеева, Дмитрий Воронушкин, новости Верхнекамья.